26 января на катке у Триумфальной арки собрались любители спорта и просто все желающие активно провести субботнее утро. Повод тому – уже ставшая традиционной общегородская московская фитнес-зарядка «Спорт с настроением». В этот раз главной площадкой для проведения зарядки стал стадион «Метеор» Центрального административного округа. А сама зарядка прошла не совсем привычным способом – на коньках. Первый раз мы делаем зарядку на катке. Такой пробный шар, но мне кажется, получилось. Вы сами видите, сколько народу, какой интерес у людей. При этом, посмотрите, пришли семьи, многодетные семьи. Единение такое через семейную физкультуру, через то, что вот люди на воздухе, ну, просто получают заряд. Мы хотим, чтобы через какое-то время, без уже вмешательства мужского спорта, местные организаторы проводили вот подобные мероприятия на своих сооружениях, на площадках, во дворах, на вот таких небольших катках. И, в общем-то, в этом главная затея. В программе зарядки инструкторы по фигурному катанию провели мастер-классы с использованием базовых шагов фигурного катания. Даже не очень опытные фигуристы не только освоили новые элементы, но и приняли участие в конкурсах. В общем, повеселились от души. Здесь очень хорошо учат, учительницы очень хорошие, тренера вот все, ну и ребята дружные все. Здесь можно покататься, здесь можно поиграть во что хочешь. И взрослые, и малыши. Все в этот день получили самые положительные эмоции. Я сама 30 лет не стояла на коньках, а вот теперь ребенок мой тянет меня на каток. И уже я встала на коньки, вспоминаю азы. Так сказать, по бортику, но уже начинаю опять вспоминать. Зарядка «Спорт с настроением» каждый месяц объединяет москвичей на спортивных площадках столицы. Это мероприятие лишь набирает обороты и с каждым разом привлекает все больше зрителей и желающих заниматься спортом.